В смысле, я Мираж? Да, у меня там. Я Мираж, но я Рейфа. Не понял. Ой, я хочу в клюшку уйти, в клюшку хочу уйти. Опа! Мираж в клюшке, Мираж в клюшке. Валькирин, делай ролики. Не хочу. Вот уже несколько дней в Апексе доступен долгожданный зимний экспресс. Мы в него, разумеется, поиграли, получили кучу эмоций, если это можно так назвать, и я даже нашел очень интересный баг. Разумеется, все это вы увидите в этом ролике, так что обязательно досматривайте до конца. Также обращу ваше внимание на то, что аж 60% зрителей смотрят мои видосики без подписки. Давайте это исправим. Если вы хотите поддержать мой контент и не пропускать новые ролики, обязательно подпишитесь, это всего лишь пара кликов. Также, разумеется, не забывайте про лайки, нажатие колокола и напишите в комментах, понравился ли Зимний экспресс лично вам. А перед началом ролика хочу посоветовать вам компанию HyperPC. Ведь у них уже появились новейшие видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 серии. Теперь к вашему выбору представлены еще более мощные компьютеры. Компактный Nano X, мощный Lumen и легендарный Cyber. С ними вы кайфанете от всех новинок с трассировкой лучей в полном объеме. К тому же они поддерживают NVIDIA DLSS для достижения максимального FPS в играх. Отдельно хочу отметить наличие технологии NVIDIA Reflex, которая до 50% снижает задержку системы и повышает FPS. С ней вы полностью погрузитесь в мир соревновательных игр, забыв про низкое количество кадров. Также напомню, что при выборе ПК от HyperPC вам доступна полная его кастомизация, начиная от выбора цвета и заканчивая индивидуальной винилографией. Узреть все прелести компов от HyperPC вы сможете на их сайте. Ссылочка, разумеется, в описании. Поддаюсь. Он, блядь, разговаривать умеет. Артём, ты разговаривать умеешь? Нет, не умею. Ты как живой, но не живой. Не надо. Иди нахуй, он сказал. Кто? Иди нахуй, кто? If you shoot me, you gaye. Why you gaye? Who is gaye? You are gaye. Так, чат, призываем, короче, Дашу и Антона. Давайте, быстро так. Даша, Антон, Наруто, Сасуке. Валькирия наша за, добро пожаловать. Ты, наверное, подписался секунду назад, да? Охрененная граната просто. Не, не знаю, не хватает тут реально обычного, знаешь, какой-то дезматч. Вот, типа небольшой отрезок карты в каком-нибудь круге, например. Просто оружие на выбор даже. Простоганы просто. Простоган. Простоган. Проблемы с эрекцией. Покупайте простоган. Блять, граната прям близко очень. Две гранаты близко. Блять. Да три гранаты близко. Давай ли в нем? Я не хочу, блять, это бред вообще полный. Понял. Бля, ну сколько у них гранат? Ну сколько у вас гранат? Ну сколько у вас гранат, блять? Пишите в обычку. Да они все везде, они со всей крыши стреляют. Хватит меня гранатами закидывать. Они зря. Меня сейчас сгорит. Сейчас сгорит, попа. Я сзади, блядь. Да блять! Я не могу! 500 гранат! Как ты это артистично произнес? 500 гранат! У курином бульоне. Хватит, все сверкает, пердит, сияет. Он вот тут, вот надо мной. Они не спрыгнут, уроды какие-то. Каустик. О, бля, ни хрена себе. А куда? А некуда идти-то. А куда? А кто уже готовится к Новому году? О, елочку там ставили. Снежинки вырезали. Бубенцы повесил на него. Согрел. Олег, ты представляешь, да, как я с бубенцами такой стою, пишу под эту песню? В руках такой, знаешь. Где она? Снизу. Юху! Я тебя по жопе шлепнул, и мы выиграли. Куда? Куда делся?
Кто? Я? Кто? Бубен. Я пошел. Меня тут заманивают бубенцами. Бубенец вернулся в строй. Третий. Третий. Чингисхановский. Оп-оп-оп. Кому аниме озвучивать? Валькирину? С вот этими звуками, которые он сейчас делает. А, жопа похотней? Ай-яй-яй. Ух ты, Витя научился стрелять из ведомого. И не попадать. Научился стрелять и не попадать из ведомого. Ей. Том, посмотри нарезку. А кто тебе сказал, что нарезка будет, да? Не будет. Не будет нарезки. Вот почему у меня... На смартфоне стрим идет прям вместе с вашим голосом соответствует, а на ноуте я смотрю, у меня задержка. Вопрос. Внимание, вопрос. Почему у Декси задержка? И меня такие с избегающими глазами. Это не у меня вопрос. Я ничего не знаю. Ты у меня один был. Это Антон сказал. На этой неделе. Сегодня. Он все понимает. Сегодня с 13 до 14. Подсадите меня, кто-нибудь, алло. Парни, подсадите. Подсадите. Включи вебку. Купи мне вебку. Я не понял, у меня за что-то персонаж зацепился прям. Да это, блин, баги поезда. Баги поезда. Твою мать. Я выбью из тебя эту дрянь. Не, это его фишка. Я считаю, это его фишка. Это охуенная фишка вообще. Спасибо. Жир... Да что такое-то? А где все? А где все? Они все у меня. О, здорово. А, да? Меня взорвали, и я выиграл. А, там еще в спине кто? А, еще граната. Спасибо, а то мне не хватало чуть-чуть. Вот одной как раз не хватило гранаты мне. Блять. Чё это за уебаное? А давайте ручку пойдем. Летяут. Летяут. Я же после этих песен не смогу нормально елку наряжать. Свою? Моя-то уже с бубенцами. И у Антона под столом такая елка. Бубенцы — это подарки под елкой. Ты девочку себе на колени посадил, ну что, хочешь увидеть мою рождественскую елку? О-о-о. Суй не руку под елочку. Там тебя ждет подарочек. Что это такое? А ты была хорошей девочкой в этом году. Если можно, купить ему дилдо. Так, чтобы купить дилдо, надо задонатить. Я прочитал диплом. У кого чего болит? Слушай, ну... Дилдо у меня точно не болит, знаешь. А все, я, кстати, избавился от того, что у меня сердце болело. Я не пил энергетик 2 дня, и все прошло. Перестал пить энергетик каждые 10 минут. Я сейчас опять начал. Но чисто для проверки, знаешь, типа так это или нет. Проверяю теорию. Если я в мэр, то все. Эксперимент закончился. Прошел успешно. Полный провал. Полный провал. Ты откуда, блядь, сижался-то нахуй? Он на цакадамду. Нади? Аригато, нади? Да нахуй взялся, да? Пошел нахуй, блядь. Я называю это генский японский. Нервничает по-японски, блядь. Все, короче, предлагаю вообще на корабле на этом летающем остаться. Вообще никуда не двигаться. Блядь! Да блядь! Да блядь! Да блядь! Вот как тут нахуй сердце будет биться? Это он с таким звуком вскрыл грудную клетку. Да-да-да. Напрямую валить энергетику. Наладить сердцебиение. Достал такой аорту и начал ее сжимать правильно. Блядь, я сейчас разобью нахуй что-то, блядь. Разбей банку от энергетики. А, да! Гренейд буст пошел, блядь. Гренейд буст. Отъебитесь от меня. О, я да. Не знаю, ничего не понимаю вообще, что происходит. Ай, понял? Не понял. Ничего не понял.
Пытался понять, ничего не понял. Тут, блядь, вообще хоть кто-то, блядь, что-то понимает. Блядь, я с этим гаусиком смотрю, Да, тоже сбоку. Похилиться постреляет. Мне не хватает какого-то робота, который мне давать будет. Давать будет. Ну, чипсы в рот, и не только. Понял, блядь, не просто в рот, да? Так видно. Флешку, блядь, кадык долбит, блядь. Ты свою флешку. 3-сантиметровую. Сейчас буду как буддийский монах разряжать там свою, блядь, чакру. Буддийский ебанах. Ебанах. Буддийский первый нах, блядь. Первый нах. Как только видос выходит, там сразу, блядь, монахи собираются. Я первый. Я второй. И чувак, первый комментарий приходит. Я 8-й, блядь. А сотый комментарий. Я 1-й, блядь. А ты видишь прям, кто 1-й написал? Если он единственный. Что, ничего потерян? А, нет, уже потеряно, нахуй. Игра окончена. Сейчас, все будет, отвечаю. Серега, это тот человек, который... Давайте мне деньги за квартиру, все, блядь, порешаю. Сидишь в трусах, да сейчас, блядь, все будет. Подожди, нормально, все. И он такой садится в Бентли. Садится в Бентли, такой, все, сейчас. Сейчас вернусь только, подождите. Аня, блядь, где ты его нашла, блядь? Так, ну и на все случаи. Готовы ли вы взять в жены? Возьмите в жены. У него в паспорте написано Александрович, блядь. Ты понимаешь, он, ну вообще, он идеальный на самом деле мужик. Потому что к нему подходит какая-то официантка, он, например, будет улыбаться. Она просто убежит нахрен. Красивая. Пыску наши бат. А я шо, а как я? Маленький. А чё я упал, блядь? А у меня автоуправление какое-то, блядь. Автоупадение, реально. Бери, нормально тело. Ну, у тебя, типа, высвечивается Райфан, а ты Мираж. Да мне вот тоже интересно, я Миража выбрал. В смысле, я Мираж? Да, у меня там. Я Мираж, но я Рейфа. Не понял. Как это? А у меня оружие. А можно без бугов респувные? А? Ой, в клюшку уйти. Опа! Мираж в клюшке. Мираж в клюшке. Че, видели, а? Стоит, блядь. Ой, опять Апекс нахрен сломал. Снова сломал Апекс. А вокруг тишина, взятая за респавнов. А в Апексе разве нельзя менять размер точки? Хочу больше сделать. На весь экран, блядь. Я не вижу противника, я не боюсь противника. Сзади! Блин! Не пойдем, боёбка. Я даже не сразу понял, что я на ней сижу. А я думаю, что так мягенько. Какая-то мивина еще пахнет. Режим хороший, всем пока. А куда это вы собрались, уважаемые? Перед тем, как уходить, вам нужно в обязательном порядке оформить подписку на канал, прожать лайк, тыркнуть колокол и, разумеется, не забыть посмотреть другие мои видосики. А с вами, как всегда, был Валькирин. До скорого!